Президент России Владимир Путин назвал города, в которых экологические проблемы стоят особенно остро. Один из них – Нижний Тагил. Мы принимали решение о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Мы также хорошо знаем, хорошо известно, что в некоторых городах эта проблема стоит особенно остро. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух. Глава Минприроды Сергей Донской, в свою очередь, также упомянул Нижний Тагил, обозначив его наряду с другими проблемными муниципалитетами, как город особого экологического внимания. Про плохую экологию Нижнего Тагила президент в этом году говорил уже дважды. Первый раз в послании Федеральному собранию 1 марта. Тогда Путин подчеркнул, что в течение нескольких лет нагрузка на окружающую среду в нескольких уральских городах, в том числе и Тагиле, должна снизиться.